здравствуйте, друзья. Я здесь. Вот просто, чтобы в этой игре быть сильнее всех, мы решили учесть, ну, все пожелания из интернета. Сразу скажу, что вообще не выступать не получится. Но зато вот мы решили капитана поменять. Нас просто все время упрекали, что вот у вас капитан все говорит и говорит, и говорит, и говорит. А команда стоит, молчит. Ну теперь все будет так, как нас просили. Ну, капитан стоит, молчит, а команда говорит. Ну, кстати, когда приехали в Москву, хотели там у друзей остановиться, но выяснилось, что Александр Васильевич дружбу и работу прям очень четко разделяет. Ну, зато я теперь член команды, здесь хорошо, тепло, коньячком пахнет. Да-да, это от меня. А от Танечки вот духами пахнет. Нет, это не от меня. Ну, просто коньячку не так много я было. Понял, я понял, да. Лёш, кстати, на правах лидера-то, чтоб тебя не упрекали, что ты зазнался. Ну-ка, метнись-ка за кулисы там, водички принеси. Чё-то, когда ты был лидером, ты за кулисы не бегал. А ты будь лучше меня. Это меня власть испортила! Не, я так не согласен быть капитаном. Пошли меняться. Слушайте, а что вы делаете во время выступления? Ну, я людей в зале считаю. Ну, а я сейчас ноги его по реке мысленно примеряю. Ну, просто себе хочу купить, а зеркала нет. Не, ну а что ты хотел, Лёш? Ну, ты теперь в нем и спать можешь. Ты ж мечтал засыпать с женщиной на груди. Она, конечно, с хвостом, но все равно лучше, чем те, которые у тебя были. Мальчики, можно как-нибудь побыстрее ваши дела решить? Мне ехать надо, у меня свидание. Вот интересно, с кем? Аня у нас то с каким-то обеспеченным мужчиной встречалась, выяснилось, что он ей изменяет, ну, с женой. Ну, хватит! У меня все отлично! У меня наконец-то появился мужчина. Здравствуйте, друзья. Мани. Ну, она, в принципе, все правильно сказала. Я ее парень. Вот сейчас понимаю смысл фразы «проиграть самому себе». Аня, он тебе никого не напоминает? Ты меня сейчас перед телевизором мама на папу подозрительно коситься стала. Юра, твоя полная противоположность. Ну, то, что полная, я вижу. Чем он вообще лучше меня? У Юрочки своя квартира в Москве. Вот ты дрянь, а. Че, сразу с козырей решил пойти? Герман без обид, но мой выбор Юра. Герман без обид, но мой выбор Юра. Сказала сейчас прям как Королёв перед первым полетом в космос. Юра, пойдем-ка, отойдем. Ну, знаете, никуда я с вами не пойду. Пойдем, пойдем, нам ходить полезно. Ты и я половин. Молодой человек, а вам не кажется, что вы чужой хлеб отбираете? Ну, не знаю. Мне кажется, вы столько хлеба едите, что у вас не грех и отобрать. Юра, я предлагаю сразу до драки дело не доводить. Ну, просто смысла нет. Когда оба лицо руками закрывают и кричат, драки ж не получится. Ну, я бы не стал торопиться. Я ходил в секцию вольной борьбы. А, вольно это типа хочу-хожу, хочу-не хожу. Так я так на вольный футбол ходил. Ну чё, давай решать, как бабу делить будем? Ну давай, я беру ноги. О, ребят, возвращайтесь! А, я тебя поздравляю, похоже, ты вот только как холодец интересуешь. Прощай, Юра!
Мы пересмотрели все самые лучшие номера за историю КВНа. У них одна общая черта. Их придумали не мы. Поэтому мы поняли, что сами ничего такого хорошего не сочиним. Поэтому решили взять всем хорошо известную комедию, поставить ее и показать. Итак, Аристофан «Птицы». Ну, честно говоря, мы, конечно, очень переживали, что другие команды тоже возьмут это произведение. Но тут вроде повезло. Слава богу, 6 команд играет, а Аристофан, фу-фу-фу, только у нас. Действующие лица всем хорошо знакомы. Писфетер, Эвельпит и царь птиц Удод. По просьбе организаторов показывать будем в переводе. Ну, потому что Александр Васильевич сказал, что мы-то с тобой да, но в зале могут быть те, кто не знает древнегреческий. Потом говорит, Эврика, играть будем на русском. Ну, это ж КВН. Поэтому Аристофан, вольный перевод. Поехали. Слышь, Удод, закурить есть? Карр! Не, ну, конечно, на древнегреческом это было как-то чутка поглубже и подольше. Ну, собственно, к чему мы показали этот актуальнейший номер? Просто после выступления жюри будет выставлять оценки, ну и обсуждать там, какие команды были номера. У кого-то случай в семье, у кого-то на дороге. А у Мурманска Аристофан, птицы. Друзья, ну вот в прошлой игре мы заняли 3-е место, и мы вполне довольны результатом, ну потому что у нас есть план. В 1/8 занимаем 3-е место, в 1/4 второе, в полуфинале первое. Подожди, а как же финал? Ёпрст, кто план составлял? Сборная Мурманска, планируем уйти за кулисы.